Всем привет! Идя на работу, по пути я зашел на почту и получил мою долгожданную посылку. Вот, я на своем канале снимаю все, что как бы интересно мне. В основном интересно мне игрушки, такие мужские. И в этой посылке, по идее, должна находиться, скажем так, новая ветка, что ли, мое увлечение, по крайней мере. Я предполагаю, что здесь лежит именно это. Вот, не терпится открыть. Ну, в двух словах, наверное, покажу, как выглядит отправление. Посылка такая пузатая, упакована просто шикарно. При ударах, в принципе, внутреннее содержимое не должно деформироваться. Вот, ну, долго тянуть не буду. Давно жду. Вот, и то, что здесь лежит, ну, секрет, наверное, делать уже не буду. Здесь должны лежать радиостанции. Вот, в этом деле я, скажем так, полный чайник, и я все равно купил радиостанции. Пока не купишь, не поймешь и не научишься пользоваться радиорациями. У меня уже есть небольшие рации, которые можно приобрести в любом магазине техники, там, видео, там, еще что-то, и включить и пользоваться. А в этом случае у меня лежат здесь радиостанции, которые намного серьезнее. И для полноценной эксплуатации этих радиостанций требуется, пардон за вибрации в камере, требуется лицензия, короче, получение лицензии, там получение позывных, тра-ля-ля и все такое. Но с этим делом я не знаком абсолютно. И решил, короче говоря, нырнуть и в эту сферу. Здесь лежит две радиостанции Baofeng, здесь есть небольшие такие замятия. Как не упаковывая, наша почта все равно выжимает все соки из почтовых отправлений. Брошюрка. Рация. Я просил поставщика, переписывал с ним и просил, чтобы он все проверил. По идее, аккумулятор должен лежать отдельно. Видимо, они проверяли перед отправкой, и из-за этого аккумулятор вставлен. Вот. Но это опасно при ударах. Может выбить клипсу или зажим. Вот такая вот рация, прикольная. Гарнитура. Наше европейское зарядное устройство, очень легкое. Клипса. Темлячок, стакан. Вот. И то, без чего рация не будет работать, это, конечно же, антенна. Не знаю, камера наведет, не наведет. Здесь у нас двухдиапазонная антенна 136-174, 400-520. Ну, слушайте, то ли лапа у меня большая, то ли рация слишком маленькая. Как-то она вживую, даже на камеру я сейчас заглядываю, на то, что я снимаю, как-то смотрится побольше. А вживую это просто микроскопическая какая-то рация. Очень маленькая. Да, и очень прикольная. И вот этот вот огрызок при своих маленьких размерах, габаритах, имеет достаточно серьезный потенциал. Вот очень много, очень-очень много обзоров, настроек, то есть как пользоваться, как базарить, как это настраивать. То есть все есть в Ютубе полным-полно, рация не новая, производится не один год. Вот, ну-ка давайте резко откроем вторую, тоже взглянем. Даже включать пока не буду. Две рации я взял, во-первых, потому что две дешевле, во-вторых, чтобы можно было полноценно использовать переговариваться между собой. Здесь уже можно видеть, что все как положено, раздельно. Baofeng, Baofeng. Ох, вот она маленькая, офигеть. Даже. Так, здесь комплектация все то же самое. Доставим, наверное, мы только антенну. Маленькая, даже удивляет. Я думал, она будет больше, хотя бы в полтора раза. Короче, вот такие две радиостанции. Разговаривать можно в пределах, ну, в черте города, да, там несколько километров. На открытой местности там бывает и до 15 километров добивает. Вот. А также я заказал большие антенны, удлиненные, ну,
пока, к сожалению, разговаривать полноценно с ними, использовать на всю мощь, на весь потенциал их невозможно, так как надо чуть почитать, поизучать, чтобы дяденьки в форме не пришли и не надавали по заднице. Вот. Все, связь здесь между двумя. Вы видели, как огоньки загораются. Я специально не стал ничего говорить, чтобы в эфир как бы не наболтать лишнего, так как пока я в этом деле дилетант, скажем так. Ну, вот такая вот распаковка, вот такой вот мой как бы новый этап увлечения. Вот. Не знаю дальше, как и что. Может быть, что-то буду снимать, показывать. Но хотел поделиться своей радостью, короче говоря. Вот так вот. Ну, спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.